селах начали ремонтировать дороги. Причем есть примеры не просто подсыпки щебнем или ямочного ремонта. Участки дороги даже удается асфальтировать. На июньской сессии районные депутаты перераспределили средства дорожного фонда. Те сельсоветы, которые успели подготовить документы, получили хорошую сумму на ремонт своих дорог. Тальменки выделили 2 миллиона рублей. Направить их сельсовет решил на самые злополучные участки, те, которые соединяют улицы, например, молодежную со школьной. У нас Тальменка разделилась как бы на две части, между которых практически уже полностью перестал отсутствовать асфальтный слой. Соединение двух частей села, чтобы люди с этой части Тальменки и в магазин могли ходить, и в ФАП могли ходить, и не надо было одевать ни калоши, ни сапоги. Ходить можно было в туфельках. Второй участок соединяет улицу Октябрьскую с Рабочей. Здесь тоже исторически был асфальт, но со временем просто растворился. Теперь положили новый. В одну и ту же, так скажем, небольшую сумму уложились сделать две достаточно красивые, объемные по протяженности дороги. Еще слой асфальта появится фрагментом на улице Октябрьской. Так в селе за 3 дня придут в порядок 1200 квадратных метров дорог. А уже потом приступят к ямочному ремонту на отдельных участках.